Продолжается программа «Дневной разворот». На часах 12.06 ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Мы продолжаем и, собственно, сейчас начинаем заявленную, анонсированную тему в первом части нашей программы. Огонь уничтожил здание казачьей православной общины в Верхошижемском районе. Погорельцам нужна помощь. У нас три гостя в студии. Давайте их представлять. Юрий Фригонович Кислухин, руководитель казачьей православной общины села Пунгино Верхошижемского района Кировской области. Добрый день. Все верно? Здравствуйте. Да. Добрый день. Да, Сергей Анатольевич Бронников, председатель правления Кировской региональной правозащитной общественной организации «Защита и поддержка». И Дмитрий Евгеньевич Захваткин, походный атаман Вятской региональной казачьей общественной организации. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Повод, конечно, не слишком веселый для встречи. Юрий Флегонович, давайте рассказывайте, что случилось в Пунгино 12 числа. 12 числа где-то в 4:30 утра произошел пожар. Вот. Загорело здание. Что собой представляет здание? Здание двухэтажный большой дом, выстроенный. Деревянный, кирпичный? Да, деревянный. Деревянный. Вот. И где-то в 4:30 все началось. Сначала пошел дым. Вот. Кочегар оповестил, что начался пожар. Начали будить людей. Подождите, отапливается как? Печное отопление? Да, печное отопление. Кочегарка была сделана, было отопление сделано. Кочегарка где, в подвале или на первом этаже? Нет, в стороне от дома стояла. Угу. А, то есть там все-таки батареи? Батареи, да, были батареи. Угу. Да. Угу. А из-за чего загорелось вообще? Непонятно. Непонятно, да? Непонятно, да, непонятно. Пожарники говорят, что это неаккуратное обращение с огнем. Разные версии. То есть пока еще может быть, даже не поджог, установили, потому да? Что, да, пока еще не знаю, еще никто ничего не говорил, звонил, не говорят. Пока. Поближе, пожалуйста, к микрофону, можно его пододвинуть. В момент возгорания кто находился в помещении, сколько человек? 14 человек находилось. Кто эти люди? Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Угу. Уже кое-кто прожил там уже 1.5 года, по году, по 3 месяца, по 4. Ну, разные срока. Это именно люди, которые попали в жизненную сложную ситуацию. То есть люди, которым, в общем-то, негде. Это что-то, да, вроде, негде что-то вроде общежития такого. Общежитие, да, приюта, да, или, не, да, знаю, благотворительного. Это общины. Угу. Половина там были приняты в казаки. Был сделан статус такой. Приняли присягу в церкви. Все как полагается. Ну, женщина была у нас, и она сейчас есть, вот, это повариха у нас, ну, как бы все помогало нам, стирала, убирала, вот, тоже попала в жизнь в ситуацию сложную, у нее сгорел дом под котельничем, муж умер, и она осталась тоже так же, и мы ее взяли, и она уже живет. Она уже живет у нас 3,5 года. Угу. А вообще эта община давно существует там? 5 лет. 5 лет, да? Да, скоро уже 5 лет будет. Люди пострадали? Не пострадали? Нет, никто не пострадал, ни животные, даже животных спасли, никто. А животные? Это, ну, подсобное хозяйство как? Это домашние животные. А домашние кошки, собаки? Собаки, да. Собаки, да. Оперативно, в общем, успели выбраться? Да, как-то все дружно получилось, и успели все вынести. Только, конечно, людей спасали, кто-то спал, начал задыхаться уже в дому, будили. Вот. Ну, вещи не успели, конечно, вытащить. А что успели с собой вынести? Одеться хотя бы успели? Да, ну, еще тепло было тогда уже утром-то. Вот. Забрали только самое необходимое, это документы спасли. Документы спасли, да? Да, документы спасли. Кое-какие вещи были, чтобы накинуть на себя. Ну, все, что нажито, все сгорело. А был официальный звонок в пожарную охрану? Да, мы приезжали звонили пожарные сразу, машины. Да, машины приехали, но приехали уже слишком поздно. А сколько прошло времени? Ну, скорее всего, ну, минут 40, час. Где-то порядка часа, да? Да, после вывоза. Угу. Непосредственно из Верхошижемья пожарная, да, бригада приехали, да, с района приехали. Приехала местная пожарка, но она старая, уже совсем списанная, походу. Что-то покачал, ничего не успели. В общем, пожарники уже спасали туалет, когда приехали, обливали его. Угу. И соседние дома. Соседнее здание, чтобы огонь не, да, не пошел. Да, соседнее, да, здание. И в итоге здание полностью сгорело? Все выгорело. Запасы продуктов выгорели. Вот, было наказано 500 банок тушенки. Вот, мясо еще было. Это благотворители помогали нам очень сильно. Ну, все продукты сгорели. Это соленье, варенье, посевная картошка, где-то 18 мешков.
То есть собирались вот высаживать картошку, да? Да, собираюсь. Есть свое приусадебное хозяйство? Да, есть. Было у нас где-то 70 соток около гектара земли. Ого, большое. Мы уже 2 года с картошкой жили, у нас как бы проблем с питанием вообще не было. И вот, когда все сгорело, куда отправились постояльцы? Здесь я позвонил своему другу, вот, господину Бронникову. Первый, он был в Краснодаре тогда, в то время. И он быстро, оперативно нам помог. Озвонил, потому что все телефоны были уже пропали, все сгорело. Вот, случайно оказался телефон, вот, набрали номер, и Сергей Анатольевич. Подключайтесь, ваша роль в тот момент. Да, я вам ехал позвонил в Юрий поезде как раз. Возвращались из Киров или? Нет, я ехал в Краснодарский край, с отцом плохо было, значит. И услышал от Юрия Флегундовича то, что они погорели. Значит, тут же немедленно позвонил Басманову Юрию Неминовичу, значит, с просьбой. Давайте сразу поясним. Басманов Юрий, это у нас казачий атаман, да, у него есть база за городом. И спросил, есть ли возможность разместить погорельцев на какое-то определенное время. Значит, ну, говорит, я сейчас перезвоню, узнаю, есть ли места. Через некоторое время звонит, значит, посылаем машины, помогли мы организовать за людьми, транспорт, да, за людьми. Верхошижинский район. Да, они выехали, значит, и к обеду уже где-то, наверное, их привезли. То есть и разместили у себя на базе. По сегодняшний день находятся там. Там же, да? Да, там. Сейчас находятся. Ну, в общем-то, оперативно достаточно сработали, если уже к обеду уже люди были в Кирове. Когда началось расследование, когда, собственно, причины возникновения пожара? В тот же день стали выясняться, ну, да, специалистами? Приехал инспектор, капитан там какой-то приезжал. Вот, он ничего толком не мог сказать. Спросил, а что, загорелось? Ну, в таком состоянии было. Можно, конечно, и думать, что это и был и поджог. Все-таки у нас было недоброжелателей очень много. Вот у нас так, не любил. Недоброжелатели? Да. Ну, об этом чуть попозже. Угу. Все-таки давайте все-таки побольше еще наберем фактов. Кто первым заметил огонь? Кочегар. Кочегар, да, вы сказали. Он топил в это время или что? Кочегарку? Да, он топил в это время. И, в принципе, в кочегарке дыма-то не было. Такое ощущение, что было снутри дома поджог был. Там везде, там материал такой сухой весь был. Там достаточно было спичку поднести, и все бы вспыхнуло. То есть возгорание непосредственно в здании общины началось? Да, скорее всего. Да. Первый этаж, второй этаж? Первый этаж. Точное место не установить, где-то у входа, там где-то, не знаю. Там было установлено, потому что там... Полностью? Да. Все это всполыхнуло как спичка? Резко всполыхнуло. Как спичка? Же, да, нужно было думать такое же, как эвакуировать людей. Котельная у них была максимально обезопасена, значит, там котел стоял независимо, отопление водяное, в принципе... Вероятность возгорания от котельной минимальна. На каком расстоянии находится котельная от здания? Она находится в пристроенном помещении, но сам котел, его функциональные возможности для отопления, ну, это железная бочка, в которую, ну, как бы, условно говоря, буржуйка, через нее пропущен змеевик по которому вода с водой, течет. Да, то есть там... Воспламенение, оно просто исключено, плюс изоляция была. То есть там открытого огня нет, да? Нет, конечно, ну, да. То есть это мы, в принципе, помогали им устанавливать котел, вода, значит, снабжение полностью устанавливали, специалисты были приглашены. Там это было все исключено. Там и очаг-то с другой стороны дома. Да, и очаг возгорания был совершенно с другой стороны, не со стороны котельной. Топили чем? Дровами. Дровами. Заготавливали сами. Да, у нас была пилорама своя. Там. Отходы. Отходы. Это горбыль всевозможные там. Горбыль перепилился, были кубики, дрова. Ну, нормально, на отходах все. Хорошо было у нас этим поставлено. Проблем не было. И вот по прошествии этих уже сколько, почти что... А, больше 12 дней уже прошло. Да, 12 дней. Люди живут здесь, за городом у нас. Да, один человек такой ушел. Там ничего не происходит. В Пангино уже ничего не происходит. Ну, один человек там остался от нашей общины. Мы оставили на раме его дежурить. На чем? На раме. Ну, это пилорама. Ну, просто так за раму. Вот, на пилораме оставили работать. И он там охраняет. Вот, следит, что хозяин оказался в больнице. Он сейчас лежит в больнице, он должен приехать. Еще не знает, наверное, что сгорело все. Семья там у него находится. Хозяин вот этого здания? Да, вот этого здания считается. И, ну, и его пилорама тоже. Он сдает вам это все или что? Да, в аренду. В аренду платите? Да, аренду платите? Нет, это бессрочно. Это безвозмездное пользование. Да, пользование. Он просто помог тоже.
Просто добрый человек. Просто помог нам одно. Вот 5 лет назад выделил здание. Это был старый заброшенный дом. Вот магазин ихний. И вот мы из него сделали большой такой. То есть до того, как вы туда пришли, оно не использовалось уже, да? Оно уже не использовалось тогда. То есть, в принципе, восстанавливали его там, обустраивали под себя? Обустраивали. Вот Сергей Анатольевич нам помогал постоянно. Вот. И, ну, материалами, работой? Материалами, работой. Ну, работа была уже там тогда. Но мы и выезжали на другие работы. Вот. Работа была, люди были обеспечены. И работой, и жильем. Вот, всякая другая помощь. У нас время небольшой паузы подошло. Ненамного, ненадолго прервемся и вернемся. Юрий Кислухин, Сергей Бронников, Дмитрий Захваткин. Обсуждаем тему пожара в селе Пунгино Верхошижемского района. Сгорело здание казачьей православной общины. Вот сейчас задавал в перерыве вопрос, что за люди, что за постояльцы. Вы сказали, Юрий Флегонович, о том, что от 26 лет люди, которых бросило государство, детдомовцы и так далее. Перед тем, как к недоброжелателям все-таки перейти, рассматривается версия, может быть, неосторожности какой-то самих людей, которые находились в помещении. Ну, внутри разрешено было курить? Нет, строго. Строго, вплоть до того, что я выгонял даже людей. Это очень строго, потому что пожар это... Тем более в таком здании, конечно, да. Да, потому что я понимал, что любой, кто может закурить, это приведет к пожару, это понимал. И было определенное место, где можно было курить. Электропроводка вот. В каком состоянии была? Какие электроприборы были? Электропроводка, ну, чайник стоял у нас в кочегарке в самой, и в трапезной, это отдельное помещение от здания. То есть трапезная она отдельно вынесена, да? Она вообще отдельно, там другая печка вообще. Там, ну, проводка у нас была хорошая. Хорошо сделано, тем более. Проводку, значит, мы им помогали делать, приглашены были специалисты, полностью всю проводку поменяли, установили, значит, УЗО, защита, значит, стояла полностью, то есть там были, вероятность того, что произойдет замыкание, было полностью исключено. То есть там все заново было сделано? Полностью заново отопление, значит, проложено и вся электрокоммуникация. Все... Автоматы стояли. УЗО стояло везде, практически на каждой комнате. В случае чего бы система сработала и обесточила бы помещение. Она и сработала сразу же. Ну хорошо, давайте теперь к недоброжелателям перейдем. Расскажите поподробнее. Ну, это, может быть, местные жители. А в чем, собственно, претензии могли быть? Вы знаете, при пожаре подходили бабушки там, ну, с деревьями собираются, как вы знаете. Ну да, понятно, как вот, не прийти на пожар. Любопытные, да. В 4 утра. Ну, а им какая, они бабушки рано встают. Они приходили, нас ругали, что вместе с этим домом не сгорели, как вы нас достали. Ну, такие слова. Чем достали, простите? Что живете у нас. Я дополню Юрия Флегоновича. Значит, скорее всего, достали тем, что члены общины регулярно помогали местному населению по уборке крыш зимой от снега, по колке дров. Решали какие-то социальные вопросы, которые не могла местная администрация муниципалитета оказать содействие в жизнеобеспечении населения. И вот тем добром, которое, значит, показывали свою работу и работоспособность в порядочном смысле слова, значит, члены общины, населения почему-то отнеслось негативно. Ну, это, насколько понимаю, такая подработка. Помочь кому-то расколоть дрова, убрать крыши, естественно, возмездно. Мы практически всю работу забрали у местного населения. Да. Это тоже местные алкоголики. Так вот, видимо, местные мужики-то, скорее всего, они недовольны. Конкуренцию почувствовали. Конечно. Мы сделали гораздо дешевле все это, во-первых. Мы еще церковь восстанавливали изначально, как приехали. Там церковь еще есть? Конечно, мы... Так православная община-то ведь. Мы же в это, ну, как обязательно входило, что 2-3 часа в неделю обязательно отработать. Мои условия такие были. И мы довольно-то много сделали для Пунгино. Ну, начали нас не любить. Вот при пожаре это было выяснено. Ну, историю вы понятные, распространенные, да. А были ли там, не знаю, возможно, претензии, что вот тут какой-то приют, непонятные люди, да, тут какие-то. Конечно. Тоже был такой. Глава администрации сразу же он отнесся к нам. Ну, где-то потом успокоился, начал помогать даже где-то что-то. Но потом опять это все возобновилось. Люди-то остались без работы местные. Вот мы забирали всю работу.
делали гораздо лучше. Так они ведь не поэтому остались без работы, что вы у них работу забрали. Просто они, видимо, уже и не особо-то и хотели. Местные жители, что у меня, во-первых, у меня закон, вообще строго запрещено пить. Вот, я тоже хотел спросить, как насчет... Ну, это деревенских мужиков, что это же ненормально. С малейшим запахом, да, я выгонял просто. Все, отправлял на остановку, покупал билет и отправлял. И навсегда? Да. То есть второго шанса не давали людям? Были такие случаи, ну, это исключение, конечно, с человека руки золотые. Я дополню Юрия Флегондовича, значит, по отношению администрации к общине. Значит, мы, наша общественная организация «Защита и поддержка», на протяжении 2 лет оказываем помощь по письму со стороны администрации на решение социальных вопросов по обустройству территории. Значит, в том году мы перевели определенную сумму на расчетный счет, и в этом году, буквально перед пожаром, мы опять перевели 5500 на как бы членский взнос на обустройство территории дороги, которая вот этого сельского проходит. Поселения, да? Да, дорога, которая проходит мимо общины. Буквально только перевели, они сгорают. То есть это как бы муниципалитет выиграл какой-то грант по ППМИ. Значит, и мы явились как бы соучастниками ихнего проекта. И вот я от Юрия Флегондовича крайне удивлен, услышав, когда глава администрации подходит и ему заявляет негативную реакцию по отношению, что произошло пожар. Значит, удивительно. Вообще, конечно, странно, когда погорели люди и тут же прямо на пожаре уже. Вы знаете, даже пожарники их немножко одергивали, местные жители. Ну, это на самом деле как-то ребята встали на ноги, вот почувствовали, им надо еще памяти ставить при жизни, что такие люди, что у нас есть такие люди, которые с самого низа поднимаются и идут на путь исправления. Вот, и здесь вот поправку внесу Юрию Флегондовичу. Значит, вот из количества членов общины на сегодняшний день, из 14 человек, значит, у нас ведется учет каждого члена. Из них 6 человек – это судимые. Да. То есть граждане, которые побывали в местах лишения свободы. А местное население об этом знает? Ну, да, конечно. Да, да? По статейность у них это от 158-й, 162-я, 158-я – кражи, 162-й – разбой и 105-я – убийство. Да. То есть срока разные, но в то же время я считаю, что вот когда через общину, начиная с 2013 года, прошло более 1000 человек, если быть более точным, около 1200. Да. 1200. И если каждый из, ну не каждый, а практически 50-70% членов общины это бывшие, отбывшие наказание, то они определенное время находились под контролем руководителей общины. Да. Они были изолированы от общества, им была предоставлена возможность пройти реабилитацию. То есть они могли стать полноценными гражданами нашего общества. То есть они не совершали на этот период, отрезок времени противоправные действия в отношении граждан, общества и различных не совершали преступлений. Даже эти 6 человек, которые находятся сейчас в общине, они подконтрольны, они не употребляют алкоголь. Ни в коем разе. Это категорически запрещено. То есть 6 человек выпустить на улицу, 6 человек, 6 человек нужно покушать. Где они это будут брать? Где? Если они не смогут заработать, они это... Ну, понятно, но они снова станут противоправные действия. И у нас как раз же обычно говорят, что область очень большая проблема, именно рецидивная преступность, когда люди выходят после освобождения, да, не находят своего места и снова встают, так сказать, на то же самое. У нас, значит, перебью вас, извините, значит, у нас между нашей организацией «Защита и поддержка» и УФСИН Кировской области заключено соглашение о сотрудничестве за подписью начальника генерал-майора Никитеева, Владимира Иннокентьевича. Значит, мы регулярно общаемся, нам предоставляется информация о нуждающихся, которые освобождаются из мест лишения свободы. Мы их анализируем. Нуждающиеся, в смысле, некуда им вернуться. Конечно, да. С неволи. Да, то есть это регулярное общение происходит. Приходят в общину, значит, им объявляются рамки поведения, место работы. Если человек соответствует, с каждым заключается договор, значит, ему предоставляется возможность пройти реабилитацию. Если человек согласен на эти условия, выполняет требования, которые установлены внутри общины, то есть он приживается. Но если человек пришел, как говорится, переночевать день-два, его никто не выгоняет, но если он опять ведет себя в рамках установленных внутри общины. То есть, да, получается отсев большой, потому что
Большинство считает, что пришел, покушал, переспал, ушел. Здесь сама община не принимает такого человека. Ну, я скажу, может быть, жестко, но это достаточно строгие армейские условия, которые там присутствуют. То есть человек в рамки определенные... Ну, то есть некий устав, конечно, некие, некие правила. Да. Либо ты соглашаешься с ними, либо не соглашаешься. Да. Просто дело твое. Ясно. Зачастую ведь у этих людей нет документов. Восстанавливаете. Им была там, значит, каждому сделана временная прописка в общине, значит, в селе Пунгино. Они уже были в определенных рамках, как бы, членами нашего общества. Mm-hmm. Если кто-то в перспективе вообще хотели, значит, там расстраиваться, строить дома для семей, которые они будут создавать рано mm-hmm. или поздно, значит, чтобы человек мог уже адаптироваться в нашей семье. Именно в Пунгино? Конечно, да, да, да. То есть, чтобы расширялась, как бы, община, да? Да. А идея была такая глобальная у нас, значит, чтобы мы в каждом крупном районе Кировской области создать из элиты этой общины руководителей, которые на местах могли бы то же самое. Этот опыт как бы распространять. Конечно, да, по области. Ячейки. Да, да, по области. Да, да. Но в некоторой степени мы не получали поддержки с муниципалитетов, так как все считают, что наша организация общественная, мы сможем ли это на себе потянуть. Но на сегодняшний день, если откровенно смотреть в глаза, ни Министерство соцзащиты, ни другие государственные структуры не способны создать аналогичную организацию, так как отсутствие финансирования. Здесь в основном финансирование шло за счет граждан, населения, которые неравнодушно относятся к данной ситуации. В большей степени это наши знакомые, круг знакомых не так велик. И вот на сегодняшний день существует не только в нашей области, вообще по России проблема с финансированием данных учреждений. И я вижу выход из этой ситуации единственным, чтобы коммерческие структуры принимали активное участие в социальном развитии нашего общества, в том числе в локализации негативного влияния граждан, которые находятся без определенного места жительства, mm-hmm. и могут отрицательно влиять на развитие нашего общества. А приведите конкретный пример. Вам вам-то помогали коммерческие структуры? Ну, нам, вот, конечно, помогает. Но фирма там что-то вот, да, перечисляет определенную сумму или как? Ну, когда мы сделали запрос на оказание помощи погорельцам, значит, с собой я список не взял, порядка более 20 человек перечислили суммы в зависимости... Наверное, вы этот имеете список. Да, в зависимости от возможности, там мы... Не считаем, кто сколько перечислил, но в той или иной степени. Кто сколько может. Да, кто сколько может. Даже были знакомые у меня из Польши. Из Польши, значит, каким-то образом деньги перечислили. Там звонят, сколько-то сделали. Из Санкт-Петербурга звонят, с Скоа звонят. Но это в соцсетях, допустим, знают меня по России, как спортсмена, как общественника. Вы гиревик, я напомню. Ну да, это, занимаюсь, поэтому, может, сфера деятельности достаточно широка. Но здесь хотелось бы именно обратиться к предпринимателям нашего Вятского края. Помогайте, пожалуйста, как говорится, тем, кто нуждается. И старая злободневная, как говорится, такой афоризм: с деньгами нужно расставаться легко, если они принесут кому-то пользу. Давайте поподробнее поговорим о том, какая помощь нужна общине и погорельцам, в том числе, уже не после небольшой рекламы. 12 апреля этого года в селе Пунгино Верхошижманского района сгорело здание казачьей православной общины. 14 погорельцев. Сейчас они размещены на одной из баз под областным центром. Давайте перейдем к той помощи, в которой сейчас нуждаются люди и община в целом. Ну, Юрий Флегонович. Ну, сейчас помогли нам немножко одеждой. Люди сейчас не голые, одетые. Но тем более, вон, что нападало сверху-то. Уходили. Мы имеем в виду погоду. Горели-то тепло погода, было, а сейчас-то вон, опять зима вернулась. Ну, теплые вещи вот нужны. И, да, несут, конечно, но будем желать, что еще лучше что-то принесут. На следующий год рассчитываем. Пока нам негде зарабатывать. Вот продукты, конечно, в первую очередь продукты. Продукты кончаются быстро. Вы знаете, 13 человек накормить, это нужно и деньги. И деньги нужны. Вот. Деньги в первую очередь. Да, нужны. Деньги в первую очередь нужны. Куда можно обращаться неравнодушным? Можно озвучить координаты. Так, вот список здесь есть.
продукты, вещи, строительные материалы доставлять в гуманитарный фонд «Родной край», город Киров, улица Роза, Люксембург, 59. Телефон тоже можно сказать? Можно, конечно. Так. 8-3-3-2-64-36-66-64-36-66 и сотовый телефон 8-912-829-39-40. Это телефон Юрия Басманова, насколько я понимаю. Да. Или финансовая благотворительная помощь можно перечислить на карту ОСБ 42-79-27-00-10-52-40-77. Люди сейчас... Что? Уточняйте. Да вы говорите. Сергей Анатольевич, говорите, у нас радио. Надо говорить. Говорите. Неверная информация достаточно полная приведена здесь. Либо, если кто по безналичному расчету, могут пересчитать на наш расчетный счет защиты и поддержка сайт zip.ru.so-nko.ru. Да, в каком эмоциональном состоянии сейчас находится? Ну, погорельцы. Стресс все равно все-таки присутствует. Ну, все-таки немножко, уже прошло две недели, полегче должно быть уже, да. Я считаю убытки. Ну, понятно. Ну, и сколько, по вашим подсчетам? Ну, сумма убытка? Очень много. Ну сколько? Миллион, два, десять, пятнадцать. Вы представьте, там только 8 холодильников стояло. 8 холодильников. 8, потому что, да, мы телевизор. Это все благотворительными казаками. Значит, было конечно, это годами получали какую-то благотворительную помощь. Да, и вот последнее время, значит, мы только 3 квартиры вывезли полностью, экипированные 3 квартиры, 2 с Кирова, 1 со Слободского. Значит, благотворители звонят и предлагают: помогите, мы продаем квартиру, нам некуда девать мебель, обстановку. Она старая. Да, и в принципе отдавали полностью все. То есть мы посылали фуру длинномера и забирали мебель, привозили им в общину. Значит, они сами уже распределяли, кому в какую комнату что поставить. Да. В каждой комнате был телевизор, холодильник. В общей комнате стоял большой телевизор. Практически они были полностью всем обеспечены. Да. Постоянно реновация какого-то оборудования проходила, там, значит, обновление. И, в принципе, они не знали, в чем нужды, то есть, не говоря уже о питании, последнее время хорошо, поверьте. Предприниматель им выделил полтонны продукции мясной, они бесперестанно полторы тонны, значит, тушенку готовили, сами. Конечно, да, они готовили тушенку, картофелем обеспечены. Что удивительно, когда они начали заниматься картофелеводством, значит, то первые несколько лет мы им картофель привозили, потом они начали сами его выращивать и уже начали обеспечивать центр. Бомж-центр, да. Это, помогая... это в областном центре на Сплавной. На Сплавной Змею Владимиру Николаевичу, который ранее им помогал, сегодня они начали ему помогать. Начали помогать, да. Да, Басману Юрию Владимировичу помогали. Даже мне привезли 2 мешка картошки. Когда у меня не урожай, они говорят: надо ли тебе крупные картошки? Я говорю: конечно, давайте, кто откажется. Все было хорошо. Слушайте, чтобы сейчас у наших слушателей не создалось такого ощущения, что члены общины, ну вот как что-то им все-таки что-то дают, привозят. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем они, каким физическим трудом или они занимаются, вот кроме того, что сейчас... Пунгино помогают колоть дрова, расчищать крыши. Они вообще день-то их как? Они чем-то заняты, куда-то конечно, на работу ходят? У каждого человека есть своя работа была в общине. Работали на раме, вот на пилораме работали, сколотили поддоны. Пилорама не только для себя, не только дрова, но что за продукция еще? Для предпринимателя вот они работали, получали все зарплату. На зарплате они конечно, все? То есть конечно. Полный у них рабочий день? 8 часов, да. Они были неограничены в работе, сами порой оставались на 12 часов, оставались, и самое, если нужно там... Норма выработки. Да. От выработки. Все. Сдельная работа была у них, и они работали с удовольствием, и практически забыли в работе. Вот это их останавливало от плохих мысли. Они работали в котельной, значит, поселковой. Поселковой топили, да. Что вызывало крупное недовольство местного населения мужчин. Мол, отобрали рабочее место. Конечно. Все отобрали там, во всем поселке. Они не употребляли алкоголь, они бесперебойное обеспечение теплом поселка обеспечивали. А местные, они то выйдут, то не выйдут. Стандартная картина, деревенский кочегар. Трезвого-то его редко кто увидит. Да, да, так и было. Ну и отгоняли постоянно. У нас был всегда порядок. Вот. И когда я вступил в казачество, я уже где-то на протяжении 4-5 лет уже в казачестве. Вот меня сделали атаманом, и, соответственно, создал стимул ребятам молодым.
Вот они приняли присягу. Вы представляете, вот это все, конечно, это сказалось на них. Они... Кто-то не служил в армии, кто-то сам оступился, а здесь казаками стали. И появился стимул у них жизненный. И так рады были вот в церкви, на присяге, перед алтарем. Вы представляете, как это все здорово было. И в данный момент первые эти казаки не бросили меня. А, кстати, да, община-то православная, да. Насколько сильна эта как раз составляющая? Вы знаете, это очень сильно. Это... Ну, то есть постоянная служба, да. Посещение. С местным духовником хорошие отношения были? Да, конечно. У нас он есть там вообще? Он, это отец Михаил. Отец Михаил. Отец Михаил, богачин из Советска. Угу. Вот он настоятель этого храма был. Он нам приезжал, и церковь нам помогала, и другие жители. Ну, помощь была, конечно, и духовная, и материальная, и физическая. Все. А вы церкви что-то там сработаете, не знаю, помочь? Чем-то. Вот всегда. Так всегда. Все, говорит, всегда. Отрабатывали всегда. Там мы регулярно отрабатывали. Каждый день. Это обязательно входило. Ты, даже ты будь мусульманин, там, будь католиком или кем-то, ты должен был в церкви отработать. Такой порядок у меня был поставлен. Храм есть храм. В церкви они провели огромную работу. Просто огромнейшую. Да. Они ее подняли с колен. Там просто... Там было около 200 подвиг. Тонн. Было вывезено телег мусора. Мусора. Представляете, обвалилось. Так заброшенный храм был, да? Конечно. Ну да, его начали восстанавливать, места не хватало мужчин. И сразу же я им дал 15 человек. Mm-hmm. Мужчин. Это все вывозилось на телегах. И на протяжении... За полгода мы освободили это все. И потом ходили дальше, прибирали вокруг церкви. Самая грязная работа была у нас. Здесь большая идеологическая работа, проведенная Юрием Флегонтовичем Кислухиным в общине, я считаю, то достижение, что он вселил в членов общины уверенность в завтрашнем дне. То есть он дал им возможность поверить в себя, в свои возможности. То есть вера в Бога, вера в ближнее окружение, это когда они приняли казачество. Те, да. Кто посчитал нужным, значит, да, они нашли возможность самовыражения каждый в своем направлении, значит. И когда им общество, можно сказать, от них отвернулось, и когда здесь они нашли определенную ячейку для самовыражения, плюс обеспеченной работой, питанием, проживанием, что нужно еще человеку? Для минимизации, для начального пути становления войти в общество. Угу. Все предоставлено. Там же колоссальные перспективы. Они Дмитрий еще Захарков писали, да? Угу. То есть это и зарыбливание провода, это и развитие овцеводства, это и 11 гектаров первоначально, потом потенциально до 50, по-моему, гектаров собирались им земли передать. Ну, это все вот планы. Это были планы, конечно. Люди сейчас хотят вернуться обратно? Юрий Флегонтович, вообще как вы видите дальнейшее? Вы знаете, да. В Пунгино, конечно, никто не хочет ехать. Не хотят? Не хотят. Почему? Не сроднились еще с этой землей или что? Ну, скорее или всего. Или неприятные воспоминания? На пепел. На эмоциях. На эмоциях, наверное, да. Они на пепелище возвращаться. Парни хоть и молодые у меня, и такие, и руки, как говорится, есть. Молодые, самому младшему 26, вы сказали? Ну, да, 26. 26 и... Самому старшему у нас 56. Ну, это еще нормально. Вполне это нормально, расцвет. Да. Ну, нам и привозили таких, как вот по 60, на пенсии уже людей, семьи привозили, пьют, которые вот, ну, там, по полгода не пили. Угу. Вот, если тянет, они обратно возвращались и обратно их привозили. Вот такой, как такой центр революционный, как бы как ЛТП ко мне привозили. Угу. Я порой шутил даже. Я говорю, ну, господи, опять на поправку привезли. Юрий Федорович, сейчас вот как вы видите будущее? Что вы планируете? Вы знаете, сейчас я боюсь своего будущего немножко. Потому что мы сейчас не знаю, что завтрашнего дня, что будет завтра. Ну, может быть, есть какие-то планы там найти где-то вот планы, в другом районе, да. Может быть, да, вот. Ну, ехать опять с нуля начинать просто тяжело уже будет. Ну, люди боятся, вот, они боятся. Я не боюсь, конечно, у меня есть силы, но я построю по новой все. Ну, если есть будет возможность такая. Вот сейчас на момент нам дали дом 6/12. Где? Там вот на базе. Стоит дом, да, и предложили восстановить его. Сейчас, в данный момент, вся община, у меня казачья, работает на этом доме. И нам сказали, вот уже вселяйтесь, пожалуйста, живите, все, работайте. Достаточно места там? Достаточно, для всех, да, еще и пристроиться людей. Можно, ну, с нашими-то силами можно там что угодно выстроить. И есть такая возможность. Сейчас может быть, это и к лучшему, областной центр рядом, может быть, возможности по работе как-то побольше. Если будет вот такая возможность, я больше людей спасу. Это у меня кредо уже такое жизненное. Вот, и я ставлю цель больше людей спасти, помочь именно. Ну, я, конечно, не знаю конкретную картину, но стоит полагать, что таких
болтающихся в городе. Очень много. Даже огромная проблема, на самом деле. Но не все из них желают войти в эту общину. Да, когда вот буквально с поезда сошел в воскресенье, из Краснодара приехал, на вокзале, ну, как обычно, подходят, дай 10 рублей, помоги там. Угу. Ему сразу предлагаешь, а не желаете ли вы вот туда-то, в общину, значит, такие-то условия? Нет. Проще прийти покушать бесплатно, когда Сусанна Васильевна Юнблюд Аникина со своей командой приезжают, кормят. Да, это регулярные мобильные обеды. Да, мы приезжали сколько раз сами, значит, я присутствовал. Приходят одни и те же лица, когда им предлагаешь трудоустроиться и найти пристанище. А зачем нам это надо? То есть они пришли, покушали и ушли. Большинство. Поэтому здесь все очень сугубо индивидуально. И тот, кто желает, как говорится, зацепиться за протянутую руку, тот цепляется. А кто не желает, они проходят мимо. Но самое, я считаю, основное – это трудоустройство. 20 секунд остается у нас. Угу. Заканчивайте, пожалуйста. Трудоустройство, где вот в районных центрах, где они в Пунгино, в поселке жили, недостаточно мест трудоустройства. В городе, конечно, их больше. Да. Лучше в городе. Да. Или пригороде. Ну что ж, будем надеяться на то, что ситуация все-таки будет улучшаться. Еще раз напомню координаты. Город Киров, улица Роза Люксембург, 59, телефон 64-36-66, либо мобильный 912-829-39-40 для тех, кто желает помочь казачьей православной общине. Кто вещами. Спасибо. Завершаем нашу программу. До свидания.